Сегодня у нас обзор на кофемашину GT на GL24. Одной из главных особенностей этого кофеавтомата, то, что сразу бросается в глаза, это большой цветной дисплей, который сделан на базе Android. В нем очень красочно и аппетитно выглядят товары, которые там продаются. Напитки имеют качественную, хорошую отрисовку. Он очень послушный экран, то есть здесь стоит качественный процессор. Также здесь стоит внутреннее ПО, которое позволяет клиенту менять рецептуру на свой вкус. Допустим, мы можем выбрать напиток и сделать его более крепким, либо если человеку слишком крепки базовые напитки, он сможет наоборот снизить себе порцию помола и сделать кофе менее насыщенным. Затемненный затонированный бумпер, в котором с одной стороны клиент видит, что в автомате используется зерновой кофе, а с другой стороны налет от кофейных масел будет не так заметен. Вместимость данного бункера 1,5 килограмма зернового кофе. Давайте теперь заглянем вовнутрь кофемашины и разберемся, что же в ней находится внутри. Здесь у нас установлена кофемолка с плоскими жерновами, как на большинстве кофемашин. Заварочный узел с настраиваемым объемом таблетки от 8 до 20 грамм. Также внутри расположено три довольно больших контейнера для сыпучих ингредиентов. Стандартная конструкция миксеров с крыльчаткой, аналогичная кофемашинам Unicum Nero и Seye Cafedra. Вместительная емкость для отработанного кофе с возможностью сделать отверстие и организовать сброс жмыха внутрь тумбы. Количество напитков, загружаемое в данную кофемашину, оно довольно большое, то есть здесь точно более 50, но тоже в таком количестве особо нет смысла, потому что очень тяжело придумать напитки из трех сыпучих ингредиентов и кофе. Мы делаем на это 20 напитков, они отличаются разным объемом. Данные кофеавтоматы подключаются к платежным системам через MDP интерфейс. Есть два режима работы, она может работать как от емкости, от бутылки, также она может работать и от водопровода. Душой любого напитка является эспрессо. Как у вас готовит кофемашина эспрессо, такой вкус будет транслироваться во все кофейные напитки вашей кофемашины. На экране в процессе приготовления отсчитывается время приготовления напитка. Приготовился напиток, у него заварились довольно густые крема. Так вот выглядят таблетки, которые были приготовлены, держат свою форму. Теперь мы можем посмотреть, как готовится маленький капучино, как взбивается молоко, качество взбивания, оценить пенку. И еще важный момент, который я не рассказал, это возможность настройки скорости миксера при взбивании молока. То есть мы можем тем самым регулировать высоту пены. Вот у нас настроен напиток капучино, сейчас мы его приготовим. Это маленькая порция на 250 мл, но готовить мы будем в стакан 350 мл. Выбираем. Далее появляется возможность либо сделать более крепким, либо менее крепким. И также он может либо более молочным, либо менее молочным его сделать. Ну, оставим наши стандартные настройки. Далее. Мы видим, что взбивается довольно хорошая плотная пена. Готовится порция эспрессо.